Ленту откидывай и уходи. И запасная лента и заряжай. Если время будет, сразу заряжай. Конечно будет. У меня там такое прикрытие. Пока ты будешь стрелять, нахуй. 4 минуты вы услышите. У меня как утёс закончится, все, я ленту отстрелял и ухожу. То есть у меня утёс должен быстрее вас. 18 октября, раннее утро. Сегодня ополченцы готовят атаку на позиции вооруженных сил Украины. Вот, украинские военные стоят за этой линией, следующей линии домов, и они стоят на той улице. То есть практически сейчас, если выйти на задний двор, мы будем в прямом видимом контакте с передовыми огневыми точками украинской армии. Но осталось минут 20, ждем ракеты. Сигналь, и все начинается. Ты мне пару слов о том, что здесь будет происходить сейчас. Ну а что будет происходить? Нормальная ответка господам, доблестным противникам нашим. Ну, какого результата мы ожидаем от вот этой атаки? Результата? Ну, да. Желательно отбросить их вот с этой ближайшей улицы. Угу. Чтобы они не ходили как у себя дома. Только всего лишь. Трубу еще будешь заряжать? Нет. Стоять, держи. Фашисты не пройдут. Все отлично. Вот когда идет такой характерный треск, это пуля прилетает куда-то в дом. Там, ну не знаю, в стену. Говорят, даже в листок, если задевает от дерева, тут такой треск получается. О!
Дема пошел с СПГ-7. Откуда-то оттуда. Вон, дымочек там.